Não, é um crente. Gudei, chossa, sei. Ah. Are you talking to me? Кажи, кто тут бред какой-то, я не знаю. Много никчемных смайликов. Да они не смайлики, это вот этих вот, это, ну, вот эти квадратики. Тебе их нету сказать? Вот после смайликов идут. Да вроде нет. Я вообще не смотрю на смайлики в скайпе. Ну там скорее давай идут сразу. У меня не фонит хоть? Нет, нормально. Ждем, ждем. А, загрузился. Choose your hero. 10 seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Опять я самый большой. Ну, Опять я самый большой. еще пару таких игр, и все будет нормально. Блин, Не, чем я бы отыграю пикнуть? потом, если что. Чтобы пикнуть, чем бы тут вообще просто тащить? Сейчас недельки две, сколько там будет, сколько там до ВД? Не Недели или знаю. две. И буду задрачиваться, набирать рейтинг обратно. Да мне 3500 было. Да, упало. Такая же ерунда. Не знаю, ОБТ, а когда оно будет хотя бы приблизительно? 15 числа где-то, ну, к 20 октября, короче, должна быть. Ага. Ну, Ну, насколько я слышал. скорее всего, они 5 запустят. seconds Там, remaining. что у нас по неделям? Где? Август, июнь, блин. Ну, не вижу. Сентябрь. Ой-ой-ой. Октябрь. О, господи. Shadow Feet. Ну так вот. Какой-нибудь ранний доступ они запустят, наверное, числа 15, а всех остальных уже после. Вот. Возможно. Ну, привет тем, кто меня смотрит. Что я могу сказать? Чтобы было весело, сейчас мы будем днить за Shadow Find, не в FizzDD. Соберем какие-нибудь догоны, еще что-нибудь, и посмотрим, насколько сильно пригорят пуканы просто-напросто у соратников. Вот все стоило сказать о том, что тут будет трэш, угар и садомия, все сразу разбежались. Вот. По идее, почему все собирают СФу всякие физ артефакты? Потому что он ловкач, и потому что у него есть души, которые дают ему физдамаг. В то же время те же самые души увеличивают ему силу ульты, а ульта наносит маг-дамаг. Так ведь? Верно. Вот. Сейчас посмотрим, получится ли у нас что-нибудь интересное, или все будет так же скучно и неинтересно, как до этого. Пика. Пика, Пикачу. Господи, почему у нас союзники такие тормоза? Почему вот нельзя взять, пикнуть? Ну же, ребятки, активнее. Активнее пикаем, и будет нам счастье. СФ, 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 СФ. Так, маленький радиус, средний радиус, большой радиус. Отлично. Попробуем
Попробуем что-нибудь сейчас стоить. Интересно. Пойдем. А, ты в лес? Ответь мне что-нибудь. Ты вообще здесь? Женя! Женечка. Женя. Женя. Все будет классно, что ты? Это новая мета. Жень, ты здесь? Господа! Ой, будет больно. Пипец. Так, паузу, где у нас Энигма? А что я не могу поставить паузу? Ну попробуйте поставить паузу. У нас Энигмы нету. Женек, если ты слышишь меня, это не смешно. Вовремя ты. Я уже успел ФБ отдать. А я без денег все равно. Блин, СФ такой ватный. Абзац! Сколько неприятного говна тут у нас на лайне происходит. Да, когда я научусь кидать кайлы, все будет хорошо. До тех пор. Это больше похоже на извращение.
Он есть, блин. Ну, я подогрел, поесть, оно все. Да я и поел. Я только поел. У нас по-прежнему СС. Ничего страшного, все хорошо. Главное, что он мертвый. Ассасин Бокер. Погоди. Дружище. Прости меня, я послоупочил. Прости, там тупая брюнетка написала мне ВКонтактике. Да. Лапка среагировала. Конечно. Моментально прямо. Руну заберите, пожалуйста, кто-нибудь нанизу. Или подстрахуйте, я пойду заберу руну. Клоквер капнул 6. Регенерация нанизу, я хватаю, бегу к вам. И вот начинается красивый замес. Ускар убивает. Все убивают. А СФ без сапога настойчиво бежит. Давай. Ну, в общем, не добежал я. Простите. Зато мне 100 голды, да, инвиза. И я уже вижу, где эти 100 голды можно быстро найти. Я уже близок к ним и... И почти. 50, да?
Все, ко мне летит Shadow Blade. Ура! А вот теперь можно купить сапог. Уйдите кто-нибудь на мид, тут это бегает инвокер. Ну, мана окончилась. Тут сейчас ганг будет на миду. Ульта через 50 секунд откатится. Ух ты ж, блин! Вот это ей повезло. Вот это не повезло мне. Это вообще было очень неприятно. Купите мне, пожалуйста, кто-нибудь ТП-шечку. Пожалуйста. Ну, люди, не купите ТП-шечку, я пойду убью с Хускаром. Спасибо. У-у-у. Я вас люблю, спасибо. А, меня сейчас крипы загрызут. Твоя политика вообще жизненная, уйня. И вот это я понял с первых же твоих слов. Да, что-то вообще все грустно.
Да охренеть, она дикая. Один ты, Д'Артаньян, но, к сожалению, не вытащишь всю эту игру. Мы тебя уже поняли. Смеись. Как там у вас вообще все это вышло? Не-не, Жень, не пойдем. Нафиг. Хуска вообще красавец. Просто вышел баг господствующего. Мне это тпхущееся говно, блин, на батарейках достало уже. Куда не пойдешь, везде его найдешь, блин. Мне уже надоело телепортироваться. Да у меня такая же ерунда. Я занимаюсь тем, что тпхаюсь просто из одного места в другое. Не, я телепортируюсь в халья. То есть я бегу, и за ним меня телепортируют потом в другое место. Ну прыгни, прыгни, прыгни. Ну прыгай. О! Я завис. Красавчик, что ты ждал? Что у вас там произошло? Что, гад, блин, там стояли подписчики, можно было спрыгать. Если бы ты прыгнул, я поставил бы блокхол. Да иди ты в жопу, блин. Блин. Где твой прыжок, блин?
Пускай лучше молчу, блин. Да, все, успокойтесь. Стоили тут ебанки. Все будет хорошо, мы затащим. Демоны. Спасибо. Так, ладно, сейчас что-нибудь попробуем, что-нибудь придумаем. На топ никто не хочет? Но это слишком агрессивно, Хуска, аккуратно. Пожи. Нет, мне холодно, лапка. Ого. Голые. О, да, детка. Ладненько. Надо пикать руну и это идти убивать. Хватит бегать просто так. Спасите Пузана! Быстрей! Тяни, тяни! Ну стяни, ну японский стыд. Да я не достал. Я... Ну все, все, отходим, отходим. Не старайся меня понять. Че говоришь? Говорю, у них бомбить будет. Да, пусть бомбит, господи. Бомбалейла, бомбалейла. Говорится, школьник, он в Африке школьник. Аккуратно, у бана есть дасты.
Добавил. Надо как-нибудь попробовать их поймать и убить. Опа. Дождались? Желаю чего? Мне скучно, я веселюсь. Я же не спрашивал, почему ты собираешься через Bloodstone. Забавный человек. Что такое, Хуска? Сейчас я иду к тебе. Только там воды. Виномантия. Опаньки. Задевайте, будьте так любезны. ВД оставь, будь так любезен. Они вогдят Агашану. Дружище, вообще никак, она еще из ДД.
Ух ты ж, ёлки-палки. Ну да. Ну вот теперь их много. ВД у них по-любому тут ват, так что просто бегай к уже. Сейчас они пойдут. У кромки встань, а все остальные подойдите вот сюда вот. Нормально. Ай! Одну секунду, я загнусь и сбегаю. Готов. Your bottom tower is under attack. Dire structures are fortified. Your bottom tower.
is under attack. Погодите. Ого, что с тобой? Откуда столько в тебе негатива? Подержите их там, сейчас я снизу подойду. Ай-яй-яй, мана! Все, ману выжгли. Ой, Нигма, меня вообще-то сожрали. Блин, придурки, могли спушить вышку, когда я не знаю, пульс поставил. Никто не пошел бушить, все стояли. Во, блин, так, ты понимаешь, меня собьют, блин. Я тебя вообще не видел там, блин, пока меня... Перестаньте ругаться. Я могу кинуть ссылку на стрим, в принципе, всего этого. Делает. Наших убивают, и он там где. Ой-ой-ой. Добей меня, добей меня, добей меня.
Но я все-таки немножко промахнулся. Мне надо как-то под Этернал умудряться давать ульту. Этернал длится 3 секунды. А ульта кастуется... А, ну, в принципе, я успею дать ульту. Ой! А что нужен Дискорд? Блин, что-то дофига интимов нужно. Как быть? Алло, Диман. Он заработал? Ну, так он давно уже работает. Нет, уже... Это у тебя давно работает, а у нас с Саньком вот буквально там 10 назад он начал работать. Там. Фигово. Да, у тебя что-то особенное, короче, там. Может, какие-то новые версии еще что-нибудь. Я просто как активный ненавистник Майкрософта. Специально ко мне подмазываются, да. Ты там под колпаком, короче, в рубрике типа хейтеров, да? Их надо в первую очередь подключать, да? Блин, Санёк там есть, нет? Или Санёк попозже будет? В группе хейтеров? Нет, в смысле, в группе задротов. Я иду. Посмотрим, успею ли я. Это не мне, да? Да-да. Успел. Смотри, с кем разговариваешь? Да я ж тут катку катаю. Да ладно. Да. Мне просто позвонил пообщаться? Конечно. Я не могу без тебя. Я-то думаю.
Наоборот, Диман, цени. Сливаем ранкет в легкую. Ну да. Ты посмотри на моего эсэфа, Диман. Я вижу 39.46. Я что-то... Вот ты укатку-то выиграли, нет? До этого нет. Катали. Нет? Ты посмотри на мой закуп, Диман. Ну, я вижу, что ты хорошо закупился. У тебя неплохой еще этот, как это называется? 247 крипов добитых. Наверное, это неплохо. Это очень хорошо. Ну, догон СФ его собирай, да? Ну, как видишь, да? Я прошлую катку немножко посматривал, короче, пока работал. И ты что-то из себя выходил, да? Красота же! Сейчас, Диман, ты увидишь, как я просто чувака казнил с двух скиллов. Кого? А, все вижу. Ага, тут вард на хгшке. Вот. А у меня, короче, новая запара с сайтом. Чё там случилось? Точнее, запара, новая задача. Мне нужно сделать так, чтобы... Сейчас, Санечка. Чуть попозже, прям минут 30. Санек, да? Саньком вчера какую-то прикольную, короче, кастинку, ну, карту нашли, короче, на... Ну, как она не нашли, она в топе была, короче. Кастуй что-нибудь! А, это ты. Там, короче, в этом... В лесу, короче, ты ходишь, да? То есть, команда 5 на 5 человек, да? Лес, ну, то есть большая карта, короче, типа лесные дорожки, да, там, то есть лес вокруг и дорожки ходить можно. В общем, из леса постоянно выходят какие-нибудь там зомби, короче, паучки там и медведи, да? Ты, короче, медведя паучков убиваешь, копишь себе, короче, денежку, опыт. И, короче, из этих чуваков выпадают способности. Вот. То есть, смотри, там выпадает способность, например, скорость атаки, там способность аура вампирика, там способность за каждый удар получать деньги. И вот ты можешь, короче, набрать себе что-то около там... Короче, ты то, что ты ешь. Да, ты, короче, ты набираешь способность, но ты не сможешь все способности набрать, то есть тебе придется выбирать, то есть там, в хиллера собраться, вампирик там, например, или что-то среднее, да, то есть фишка в том, что, короче, ты все-таки берешь, например, да, и ставишь его себе, короче, заполняешь сначала все свои способности, да, вот, свитками, а потом, короче, в следующий раз, когда ты находишь опять ту же самую способность, да, ты ее нажимаешь, и она у тебя уровень увеличивает, короче, то есть... У каждой способности. Ну, прокачиваешь, получается. Да, 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 прокачиваешь. То есть тебе надо убивать крипов, находить нужные, нужные способности от этих крипов, смешно, да? И вкладывать его в свою способность, короче. Вот. А смысл игры в том, что, короче, поначалу, да, там ставится, в общем, 90 фрагов, да, у каждой команды, 90 и там, и там. И выигрывает та команда, у кого фраги закончатся. То есть, как бы, вашу команду убивают, да, и это количество уменьшается. И когда у вас станет 0, вы проиграли. Довольно-таки прикольно, потому что там, как сказать, типа, знаешь, первые там минут 30 игры все там ходят, фарм, что-то способности собирают, короче, там, да, что-то все клево, а потом... Диман, мой СФ затащил. Я вижу, да. Прикольно? Че? Тебе, видать, команда еще не дно было? Да.